моя история. Короче, когда я была чуть поменьше, мне сейчас 9, где-то 7. Короче, мы шли с моей сестрой младшей тогда на прогулку. У нас задний двор. И, короче, когда мы там были, я начала лазать по деревьям. И, короче, я упала с дерева случайно и себе разодрала руку до крови. Я не рассказала это моим родителям. Короче, я еще потом через 5-6 минут я просто... мы начали дальше дурачиться, и все нормально было. Я вижу на площадке, с мамой сижу. И, короче, вижу девочку, которая упала с велосипеда, и у нее маленькая царапина. Я такая смотрю на нее, что она будет делать? И она говорит своим подругам: все, я пошла домой обработать, а то меня накажут родители. То, что я не обработала. Я в тот момент такая... Такие, да, мы все понимаем.